На новогодних каникулах в Фетисов-арене прошли хоккейные сборы для детей со всего края. Юных вратарей обучали тренеры «Тайфуна» и спортшколы. Нормально тренируемся. Ну, каждый день такие разные задания дают. Тебе нравится? Да. Много тренируешься? Ну, УФП и на льду. Расскажи, как тебе лагерь? Нравится? Что очень нравится. Мы занимаемся, отрабатываем задания и очень много тренируемся. Даже после каждого дня с ребенком разговариваю, и он говорит, что ему очень нравится. Очень интересно, какие-то новые моменты дают, то, что не дают именно у нас дома, например. Рассказывает что-то уже другое. Ну и как-то старается уже более быть собранным и активным на сборах. Общие тренировки вратарей не редкость, проходят каждую неделю, но такие смены нужны, чтобы отсмотреть молодые таланты со всего края. Вратари – игроки особые, ключевой момент в их игре – концентрация, ценных кадров мало, поэтому задача таких школ – найти талантливого игрока и взрастить его. Вратарь – это 90% успеха команды, поэтому сейчас просто многие дети, которые младшего возраста, они занимаются прежде всего для себя, но, конечно, их нужно развивать. И уже потом, когда они становятся постарше, ребята, тренера, они их отсматривают и, ну, и уже понимают, кто сможет играть дальше, кто не сможет. Очень все зависит от головы, то есть вратарь, он должен пропустить гол и отряхнуться, так скажем, и дальше продолжить играть. Дети и родители довольны, у организаторов большие планы. Очень много говорят в городе, в Владивостоке и в крае в целом о развитии хоккея, но мало кто для этого что-то делает. То есть только, так скажем, люди, которые на собственном энтузиазме, они собирают и организовывают вот такие лагеря для детей. В будущем мы планируем организовать и для нападающих, и для защитников. Екатерина Зверева, Денис Фадеев, новости на Восьмом.